Здесь правило. Positive form plus. То есть правильная форма плюс. I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they have to stop. He, she, it has to stop. То есть здесь я, ты, мы, они, он, она, оно. На первый have to будет, на второй он, она, оно has to будет. Будем использовать, да? Negative form. То есть негативная форма, отрицательная форма предложений. I, you, we, they don't have to stop. То есть я, ты, мы, они не имеет останавливаться. He, she, it doesn't have to. На he, she, it используем doesn't have to. He, she, it это he, он, she, она, it, оно. Стоп, останавливается. Question form. Вопросительные формы, вопросительных предложениях. Вопросительных предложениях. Are you with they? Do, да? Сперва do будет, потом are you with they? Потом have to будет. Have to stop. Да, вот так будет вопросительный. А на he, she, it does будет, да? Сперва does, потом he, she, it have to stop. Например, вот do I have to stop? Yes, I do. Да, вот здесь вопросы, вот здесь ответы, краткие ответы. На первые лица. Yes, да, no, нет. Are you, we, they, don't. Don't будет, да? На, если нет, если да, do только. Если he, she, it, ответ будет чуточку, немножко по-другому. Yes, he, she, it, does, да, does. Поэтому здесь does тоже есть, здесь тоже does есть. No, he, she, it, doesn't. Doesn't. Вот краткие формы ответа. If you understandably, we have exercise 5. Look at the scenes below. Use the pictures to complete sentence with have to, don't have to, can or can't, listen and repeat. Это для вас задание. Для вас задание. Слушайте теперь внимательно. Надо переписать правила, которые только что читали. Open your notebooks, write down today's date, and today's our new theme is traffic rules. And перепишите сегодняшнее число, новое тему тоже перепишите. Вот, правила движений и правила, вот здесь правила есть, да, как использовать have to, don't have to. Have to, don't have to, то есть как использовать have to, don't have to, то есть иметь. И потом мне будете отправить фото домашнее для вас, пятое упражнение. Вот эти знаки, что обозначает, что это обозначает эти знаки и какие словосочетания сюда поставим, здесь от первого до восьмого. Вы должны переписать и мне снимайте на свои камеры и мне отправьте. Я буду проверить вас. Вот первый, например, первый. Picture one. Where picture one? Picture one. This is a picture one. You drive in this direction. Ты водишь в этом знаке. То есть здесь запрещено. Ты не водишь, ты не имеешь водить, да? Ты не можешь водить, когда этот знак увидишь. То есть выезд запрещен. Дальше ехать нельзя. Вот так будет. Так вы будете делать и второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Используя can't. Да, первый уже can't использованный. Have to, don't have to. И can тоже. Вот. Смотря на смысл, поставьте, я вам буду проверить и буду отвечать вам.
На этом все. That's all. And goodbye. Дорогие ученики, на этом все. До свидания. И до связи. Жду ваших фотографий. И если что-нибудь вам непонятно, спрашивайте. Я буду отвечать вам. See you later. Goodbye.